Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. В последней цифре года рождения зашифрована основная информация о человеке. Смотрите видео до конца и узнаете, что скрывает дата вашего рождения. Если последняя цифра 0 или 1, то ваш элемент – воздух или металл. Это сильные люди, которые способны восполнять эмоциональный и физический потенциал за очень короткое время. Находящиеся под влиянием воздуха являются независимыми личностями. Такие люди консервативны, часто они действуют в своих собственных интересах, но хотят жить в любви и гармонии. Чтобы жить счастливо, таким личностям не нужно бояться любить. Если вашей цифрой оказалось 2 или 3, тогда вы относитесь к воде. Эти люди обладают фантазией, являются творческими личностями, что делает их особенно профессиональными в областях, связанных с искусством. У них особенно развита интуиция, они обращают внимание на детали. 4-5. Элемент дерева. Представляет собой людей, которые полны уверенности в себе и усердия. У них имеется страсть к инновациям и всему новому. Они мечтают открыть для себя окружающий мир со всеми его загадочными местами и тайнами, которые в нем содержатся. Такие люди крайне редко проявляют эгоистичность и самовлюбленность. Если последней цифрой года рождения оказались 6 или 7, то ваша стихия – огонь. Он представляет авантюрных людей, которые мечтают путешествовать по миру. Они часто спешат, полны магии и спонтанности, знают, как привлечь к себе других. 8-9 – это цифры элемента Земля. Такие люди надежны и терпеливы. Силы Земли наделяют их ответственностью по отношению к близким людям. У них много амбиций, но при этом они идеалистичны. Приземлены, проблемы решают поэтапно и с трезвой головой. Также у них хорошо развита интуиция. А какая последняя цифра вашего года рождения? Согласны ли вы с полученной информацией? Напишите об этом в комментариях, обсудим вместе. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, поддержите нас лайком и подпиской на канал.